Максим Чирков первый в столице, кого штрафовала автоматическая система контроля. Вот постановление держу у себя в руках, что я водитель такой-то машины, езжу, не имея пропуска. Штраф выписали 5000 рублей сразу. В Спартаковской площади на третьем транспортном кольце его Toyota попала под камеру. Система проверила номер по базе, пропуск не нашла, хотя у Максима он был. Вот моя машина, и что пропуск действительно до 30 апреля. Я со спокойной душой ездил, зная о том, что мой пропуск что он действительный. Вот. И вот вчера получил штраф. Эти штрафы присылает МАДИ. Там претензии прокомментировали так. Мы разобрались в ситуации, выяснили, что водитель допустил ошибку во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску неверно, точнее, вообще не указав последние две буквы государственного регистрационного знака. Штраф аннулировать отказались. То есть, если ты случайно, не специально ошибся, пропуск тебе система даст, а потом тебя оштрафует. Если внимательно присмотреться к пропуску, то двух символов в строке с госномером действительно не хватает. По идее, если проверять настоящий регистрационный знак, его не должно быть в базе, но выходит иначе. Результат проверки – есть разрешение, привязанное именно к моему госномеру со всеми буквами и цифрами. Возникли вопросы и у Екатерины Горбовой. Она тоже оказалась нарушительницей. Рабочий пропуск на автомобиль оформила еще 16 апреля. 23 апреля машина сломалась, и мы оформили пропуск на другую машину. 27 апреля пришел этот штраф, причем штраф за 22 апреля. 22 апреля на эту машину пропуск еще был. Их с мужем в тот день три раза останавливали автоинспекторы, проверяли пропуск. Все было в порядке. Штрафы с камер пришли через 6 дней. Только 22 числа мы могли насобирать этих штрафов, десятки. Потому что машина целый день ездила по городу. Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности. Так пишут в протоколе. Штрафы сейчас приходят за 22 апреля. То есть за первый день, когда дорожные камеры столицы начали фиксировать это нарушение автоматически. По оценкам МАДИ, в то время на столичных дорогах было 230 тысяч автомобилистов, которые либо вообще не получили цифровой пропуск, либо забыли привязать свои машины к нему. Сегодня потенциальных нарушителей в три раза меньше – 75 тысяч машин. Многие в этот список попали из-за невнимательности, перепутали цифру или букву в госномере. При оформлении пропусков имеет значение, конечно, человеческий фактор, потому что если номер автомобиля указан неверно, то, соответственно, тот номер, который считывается камерой, он не соответствует тому, который есть в базе данных. Пропускная система будет действовать и на майские праздники. Как разрешение будут продлевать, департамент транспорта должен объяснить в ближайшие дни.